Добрый вечер, мы начнем. Thank you.
Thank you.
Меня
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
первом отделении прозвучали композиции абсолютно все, как автором которых являлся наш гитарист Евгений Попожий. Спасибо. Мы просто вот результаты процедуры поезда будто вернулись. Помните, не успели Евгений вот с Ростова приехал. У нас, в принципе, было ограниченное время для саундчека и репетиции. Поэтому больше авторских композиций мы... Привет, Яна Блинда. Мы сыграть не успели, точнее, порепетировать. И можем мы сделать перерыв, или вы хотите что-то еще вот напоследок? Первое отделение, еще одно. Еще одно, да? Thank you.
Thank you.
Спасибо, мы надолго вернемся, второе объявление будет объявлением наших гостей, пришло куча гостей, очень хорошие музыканты, в первую очередь очень хорошие люди, наши друзья, также гости из Америки. В общем, не расходитесь, будет веселее в 1000 раз. Многими нашими любимыми друзьями-музыкантами. И первого года пока, конечно, пока не совсем друг, но сейчас он станет нашим другом. Это гость из США, обладатель Грэмми Лайя Митчелл. Thank you.
Thank you.
сейчас мы хотим... Даже так. Сейчас мы хотим пригласить на эту сцену автора и композитора «Мрачного замеса». Никто не догадался еще? Так. Я даже не знаю, что тебе сказать. Наверное, не имею фамилию. Антон Давидянс! Thank you.
Thank you.
Антон Демельянс. Сейчас мы пригласим на сцену нашего друга саксофониста Тимура Некрасова. Буч! Oh.
Това си Тасенова Арама Зарана. Ви сте здесь. Арама Зарана. Есть такой? Он здесь. Да, следующая композиция. Есть такой прекрасный пианист, играющий в составе Бенфа де Марсалеса. Джо Калдерасо. И вот Арам написал композицию специально для него и, соответственно, назвал ее «For Joy». Thank you.
Следующий. Стас Маркевич. Дмитрий Ресы. Добрый вечер, дамы и господа. Я понимаю, что для большинства находящихся здесь вокалист — это позорная профессия. Но я немножко умею играть. Вообще, сейчас не обо мне речь, а о том, что здесь Гера за мной стоит, очень красивый человек. Я сейчас взял ноту, кстати. Это ми, да, я взял? Что? Или уже ошибся? Ребят, все в порядке, да? Нормально? Шуточки, можно пошутить, пожалуйста. В общем, для меня большая честь с этими ребятами работать иногда, а для них тоже большая честь. Я еще хочу немножечко, чтобы вы тоже поучаствовали в нашем концерте, хоть все профессиональные музыканты, не то что я, но все же там будет веселье в конце. Нет, Дима будет играть, Рессер, если не против, да? А я буду играть, и Дима, о, две гитары, так, класс. Можно, да? Сейчас вам покажу, что я умею играть. А ты будешь играть? Тимур Некрасов, Стас слышал еще в фруктовом кефире, тогда еще. А мы хотим его послушать прямо сейчас, но что-то, видимо, не выйдет у нас. Ну такой джазовый вариант, поехали. Ну все, спасибо. А ты меня спрашиваешь? I just wanna take care. Oh, I gotta feel.
Say yeah, say alright, say Окей, давай попробуем. Последняя, да, последняя просьба. Попробуем спеть вот такую вещь. Say yeah, yeah. Say yeah. Секс, поэтому давай, немного секса дадим. Break it down on the one, girl. Давай! Ага. Ну, Леня Хакин уже идет. Ты опоздал, братан. В следующий раз. В следующую песню. Андрюх!
там? Где ты? Здесь? Кому лучше? Давай не ссы. Арам-азарам? Это прикол? А, это правда, извини. Арам-азарам. Я себя чувствую очень глупо, когда это говорю. Извините, пожалуйста, еще раз. Арам-азарам, арам-азарам. Тимур Некрасов ушел. Причем давно, да, извини. Я там говорила про дилей. Ой, как хорошо, что осталось мало людей. Он должен быть длиннее. А, да, вот так. Thank you.
Чарли выходит уже. У нас летчики знакомые, если что, надо перевести из Америки. Боже, поэтому вы должны послушать все-таки его. Микрофон со стойки.
Я думаю, еще отжимания уже.